Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Ой, как холодно уже от этого моря. Кажется, все-таки и правда зима наступает. Ребята, всем привет, с вами я, Коля. И, короче, пошел-ка я лучше в тепленький домик себе домой. А вы, ребят, сейчас обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и, конечно же, напишите в комментариях, естественно, ребята, в каком вы классе. Вот напишите в комментариях, в каком вы классе, если вообще учитесь. Если не учитесь, напишите, куда вы там ходите, может быть, на какие-то там занятия, может быть, еще куда-то. А я скорее тороплюсь домой, потому что и правда как-то свежо на улице. Ой, а тут бабка что-то делает. Вот это, конечно, интересно. Бабка, привет. Чего? Здрасте. А что это такое? Строение. Строение? А зачем тебе тут такое строение? Потому что бабушки... Нет, бабушки... Бабушка рано так свернула сюда. Вот. А потому что бабушке нужен склад. Может да быть... не надо тут убирать! Так, на место поставил? Может быть, тебе помочь? На место поставил, пожалуйста. Вот, молодец. Может быть, тебе помочь? Склад, ну, в принципе, да, можешь помочь. Можешь а помочь, почему да. У тебя желтый склад будет? Он не желтый будет, он будет разноцветный. А... Ты же никогда не любила. Ты давай это, любила, не любила, там... Ладно, ладно, хорошо. Там... Я бы тебе сказала слово, но это так. Нельзя бабушке такие слова говорить. Так, и что тут дальше будет? Ну все, второй вот так слойчик. Так, хоп. Ага. Так, чтобы сразу его было видно издалека, понимаешь? Вот поэтому такие цветы. Ну типа понятно, типа чтобы, ты знаешь, что-нибудь тебе на склад привезли, а ты говоришь этому водителю, типа вот там подъезжай, там желто-синий там склад, там, да, так, чтобы он яркий конечно. Был. Конечно. Ага. Ну, слушай, ты такой умный. Ну да, да, я просто такой, конечно, капец. Умный, ребята. Мне кажется, это какой-то странный склад. Так. Баб, по-моему, по-моему, это какой-то флаг страны похож. Так. Флаг страны, это не флаг страны. А, ну ладно, хорошо. Так. Придумаешь какую-то ерунду. Желтенький, так. Дальше. Давай, ты, короче, делай, а я вот здесь это сделаю перегородочки. Перегородочки? Ну, вот эти, ну, складские помещения, что, не знаешь, как делаются, что ли? А, ну ладно, ладно, делай, хорошо. Дверь там поставлю, тудым-сюдым. Так, а что он такое будет? Синий-желтый, синий-желтый, желтый, синий, желтый, синий. Естественно. А, все, понял, делаю. Естественно, естественно. Ладно, ребят, слушайте, пока хоть работаю, хоть не устала. В каждом складском помещении должны быть разные ковры, там вот это вот все такое, понимаешь? В складском помещении ковры? Ну, конечно, бабушка что, должна ходить по земле? Папка, там же у тебя всякие вещи будут стоять. Вот именно. Как я буду ходить, сундуки смотреть? Как? Ну, не знаю как. Не знаю. Не знаю как. Да ты, бабушка, знаешь как. Все хорошо, бабушка. Главное, ты не булькай, так? Вот ну-ка. И все, давай, делай. А то ты что-то уже слишком много разговорился. Так. Так, вот. Так. Поставим вот здесь вот дверочку. Так, отлично. Здесь поставим дверочку. Блин, ребята, это вот хоть... Такую. Дальше вот здесь, иди сюда, делай. Это же на комнату похоже. Что делать? Так, вот здесь дальше делать. Вот так, хоп. Да куда ты мне дверь замуровал? Ладно, ладно, все, больше так. Давай... А что, подожди, ты что, все сделал? Ты сказал, иди сюда, помогай. Я тебе сказала крышу делать вообще-то. А крышу как делать, стеклянную или какой? В смысле, не надо мне стеклянную крышу. А какую? Ты мне должен нормально сделать крыши. Вот здесь одну крышу, вот здесь вторую крышу, здесь третью крышу. Все, понял тебя, понял, делаем. Слава тебе, Господи. Блин, ребята, все-таки это как-то очень... Странно, вы не находите, что это какой-то непонятный склад. Это строение-то какое хорошее. Что-то как-то я не совсем верю, что это склад. Бабка, на складе же окон не будет? В смысле, конечно, будет. Но вдруг бабушке захочется на балконе посидеть, пока она в склад пришла. А окон? Есть. И балкон, и окна, вообще все в моем складе будет. Ты что? Офигеть. Что, дурень? Бабка. Я тебе со 100% теперь уверенностью могу заявить, что это будет не склад. Че это? Это будет склад. Дом. Но это просто это другом. Это будет склад, я тебе говорю. Зачем тебе еще один дом? Так. Это не дом, это склад, ты что? Нет, это не дом, нет. Склад? Не дом. И окошки не забудь поставить. Хм.
Окошки поставить не забудь. Ребята, я не верю. Вы не верите? Я реально не верю, блин, потому что это вообще на склад не похоже. Ну, скажи красиво. Не, ну красивый дом, красивый, конечно, да. Это не дом, я тебе сказала. Бабка, зачем он? Что-то мне напоминает. Смотри, сейчас я буду тут сундучки поставлю. В дальней комнате будут храниться сундучки там, короче, да? С этими, ага, да. С да. чем? Ну, с этими, с вещами, да. А вот в этой большой комнате что будет храниться? Это бабушка еще не придумала, да. Кровать будет стоять, наверное, да? Ну, естественно, бабушка встанет, полежит. А, и душ тут будет, да? Нет, душа тут не будет, нет. И джакузи не будет? Нет. Да что? Зачем мне с кроватью джакузи? Зачем? Нет, в другой комнате. Нет. Нет? Ты вообще мелешь? Все, давай, ты бабушку из зубы не заговаривай. И холодильника не будет? Холодильник обязательно будет, это же склад. Я тут буду храду холодить. Не-не, холодильник, в смысле, такой микроволновочка, холодильник, столик, чтобы конечно, покушать. Конечно будет, а кровать для чего? Чтобы все было... И телевизор будет. Телевизор это вообще само собой. Значит, это дом. Это склад. А зачем тебе такой склад, чтобы там жить можно было? Бабушка решила, что ей нужен такой склад. Все, хулиган, давай ты поменьше вопросов задавай и все. Ребята, как бы же бы у нее узнать правду? Что она зачем тут делает? Мне кажется, все очень непросто, очень непросто. Бабка, дед знает о таком складе? Деду не обязательно знать о таком складе. В смысле? Это мой собственный склад. Дед вообще тут ни при чем. Ты больше деда не приписывай ко мне. Больше? В смысле? И сделай, пожалуйста, окна, а то здесь очень темно. А я хочу сначала вход сделать. Делай вход, выход, и давай уже делай что-нибудь. И окна поставь. Чтобы было светло, а свет побольше, окон так. поменьше. Стекло. Свет побольше, окон поменьше, ясно? Угу. Так вот, насчет деда. Так. Не надо больше ко мне его приписывать. В смысле, вы что, поругались? Нет. А что вы сделали? Ничего не поругались, мы больше не вместе. В смысле не вместе? Ну, все. Как? В смысле, как? Как? Ну, все, разводимся с ним. А почему? Прошла любовь, завяли, как говорится, огурцы. А правду расскажешь? Какую правду? Почему больше не вместе? Ну, потому что бабушка не хочет. А может быть причина еще в ком-то? Да, но нет. Меня осенило! Это же на цвет привет соседа, злоба соседа похожа. Да? А я и не знала. Ё-моё, так это получается ты для него дом строишь, для привет соседа. Так, да, нет, что ты говоришь вообще ерунду какую-то? Точно маленький тебе ты, говорю. Маленький ты еще знать об этом. Ну, значит, я прав. Нет, не прав, все. Давай, тем закрыли и все. Блин, деда жалко, а? Да ничего не жалко, успокойся, что тебе его жалко? Это нормально все будет, пойдет в деревню жить и нормально. А, ясно, все, бабка с тобой, ясно, конечно. Чего? Кинула ты деда, кинула. Вообще-то ой, я, бабка. Это вообще-то моя любовь. Мы знаешь, сколько с соседом были вместе? О, да деда еще, понятно? Старая твоя любовь? Естественно. Ага. Поэтому дед вообще тут ни при чем. Ну ты кидала, конечно, баб, кидала. Да, ты сейчас договоришься и вместе с дедом будешь покинут. Покинут? Куда? Покинут. Выкинут? Покинут, я тебе сказала. Или выкинут? Я тебя выкину и покину одновременно. Это, конечно, я вообще в печали полный. Все, блин, иди как... отсюда, слышь, ты печальный. Не хочешь помогать бабушке, все, иди. Вообще-то значит. Я тебе все сделал. Вот и тогда делай, не надо мне тут нравоучения читать. Не, ну бабка, ясно? Ты нравоучения, я просто сказал, что ты кидала. Я тебе сказала, еще раз так скажешь, и будешь выкинут, я тебе сказала, отсюда вообще нафиг. Ну ладно, бабка, все, короче, я тогда пошел. Вот и иди, еще раз придешь, вообще не надо мне тут булькать. Ребята, короче, узнал старую любовь бабки Грэнни, это же вообще жесть, просто... Взять и расстаться с дедом ради какого-то привет соседа, этого злого соседа, который будет по-любому нам опять тут мешать. Нет, мне кажется, надо действовать и как-то его, ребята, отсюда выгнать. Все, ребята, я пошел думать, а вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки и всем пока-пока.